Парк Ленина – будущий природный парк. В этом вопросе видение властей и общественников территории совпало. И это подчеркнули в мэрии, где прошло обсуждение проекта благоустройства зеленой зоны. В текущем году жители выбрали парк индустриального района для масштабного преображения по нацпроекту «Жилье и городская среда», отдав за него больше 11 тысяч голосов. В июле барнаульцев спросили, каким они хотели бы видеть парк. Пожелания рядовых горожан соотнесли с мнением специалистов и представили экспертному сообществу предложение по благоустройству. Пришла идея такая, чтобы мы его концептуально соединили с зоопарком какими-то приемами художественными, композиционными. Это, безусловно, сделано в первую очередь. А в целом, то есть этот парк, он больше природный. Конечно, там хочется видеть многообразие каких-то растительных зон, да, я говорил, хвойные, смешанные, лиственные. Специалисты озвучили, что хотели бы видеть в парке большое прогулочное кольцо и тропы, которые будут отличаться в зависимости от вида деревьев – сосен, яблонь или берез. Парк планируют разделить на несколько зон для прогулок, спорта с велобеговой дорожкой летом и лыжней зимой и культурно-просветительских мероприятий. Зона для них включает места для настольных игр и буккроссинга, амфитеатр в природном рельефе и место для коворкинга. На территории установят малоархитектурные формы, беседки, скамейки, качели, туалетный модуль. Благоустройство разделят на три этапа. Во время первого будут формировать сеть дорожек и площадки для досуга и отдыха жителей. Установят освещение. Начнутся работы в следующем году. Будущий парк должен быть удобен и комфортен для каждого барнаульца. И это учитывают при разработке концепции, отметил глава города Вячеслав Франк. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган. День с толком.